Разрешите вас поздравить с юбилеем победы, вручить вам медаль от лица президента Владимира Владимировича Путина. Пожелать вам долгих лет, крепкого здоровья, благополучия. И сказать вам большое человеческое спасибо. Всего в крае в этом году такой медали удостоились 14 694 человека. Но Василий Кириллович, в свою очередь, за чашкой чая поделился с главой региона своими воспоминаниями. Войну он встретил в 19 лет на Втором Украинском фронте. Вместе со своим 144-м отдельным воздушно-десантным батальоном Василий Кириллович прошел Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, принял участие в разгроме танковой группы немцев под Будапештом. За военные подвиги награжден благодарностями и медалями за отвагу и за победу над Германией. В воздушно-десантных войсках, значит, надо совершать прыжки. Ну, вот. За 8-летнюю службу в десантных войсках, вот у меня, я совершил 60 прыжков с парашютом. Вот, вот мое удостоверение, выдано оно в 43-м году.